Забрать. Вот, я сейчас хочу... Там комбат. Здесь мы собрали на сегодняшний день порядка 800 пасок. Здесь, ну, где-то полторы больше тысячи яиц, хрон, колбаса. Все, что нужно к праздничному столу нашим солдатам. Кто сбирал, это можно много говорить. Громада сбирала. Громада сил, громада места Нововолынска. Студенты, мы никогда не сдаем на склады, мы отдаем просто в окопы нашим пацанам, которые находятся на передней линии фронта. Я просто хочу еще сказать, вот третий рик уже, как мы занимаемся допомогой этого, уже неоднократно чули такие речи, выслови такие, что все, люди устали, люди нема что давать, люди просто уже выдохлись. Ну, в какой-то мере это действительно так. Но, посмотрев на этот бус, да, я бы, и один бус уже ушел, он уже уехал, один бус с закрутками и всем остальным.